Хаос Векса все еще властвует здесь. Тебе надо вернуться и завершить путь на гору. Thank you.
же знаешь, что это такое. Сфера мечтателей. Она наполнена чистой энергией творчества из мира воображения. Тебе понадобится много таких, чтобы справиться с бедой. Ты же хочешь остановить Векса, правда? Да. Но сперва тебе надо узнать о темной злой энергии кошмаров под названием хаос. Векс хочет наполнить хаосом весь мир творчества. Сейчас эта энергия блокирует путь к вершине горы, чтобы никто ему не помешал. К счастью, есть один верный способ борьбы с хаосом. Он у тебя в руках. Чистая энергия чуда и творчество из сферы поможет преодолеть все препятствия Векса. Так что ищи эти сферы. Они ключ к путешествию. Они ключ к твоей судьбе. Ключ к... в общем, идея тебе понятна. Когда встретимся снова, я открою огромные важные тайны. Может, расскажу о себе, назову свое имя, кстати, я Скарлетт, и, что еще важнее, раскрою главную правду о тебе. Бонжур, я Зум-Зум. Хочешь сменить одежду? Купить новые наряды? А? Уля-ля, ты попал как раз куда нужно. Трать коллекционки и покупай дивные костюмы. Затем создавай новые образы в своем гардеробе, где хранятся все твои модные вещички. Муа. О, кстати, держи коллекционки в подарок только для тебя. Потрать их здесь, у Зум-Зума. У Зум-Зума лучший магазин одежды во всем мире воображения. И вообще, единственный магазин во всем мире воображения.
Yeah!